я решил поснимать немного деревню. Вот тут немного мусорка у них. Видимо, раньше здесь был какой-то дом. Теперь здесь жгут мусор. Вот. Это когда вы выходите за пределы, значит, отеля или там, ну, чуть дальше, вот в деревню в какую-то въезжаете. Вот я приехал в другую деревню и решил поснимать, как здесь вообще все устроено. Вот так вот все выглядит. Там вот автобусы стоят, мотоциклы катаются, люди бегают там. А здесь вот тоже какая-то вот дом полуразрушенный, курицы бегают. Вот там козы бегают, или козлы, я не знаю кто. Ну, короче, кто-то, да. Ну вот, а так, в принципе-то, здесь, ну, нормально, так все свежо, воздух чистый, и солнце не жарко, не светит, ну, так, не очень жарко, в принципе, гулять можно. Блин, блеет там. А вот здесь вот сточный канал, видим, да еще что-то тут, вот мост много разрушаться стал, поэтому здесь поставили, чтобы люди не подряд, мини-стор. Март. Там вот магазины такие, в них, значит, можно купить там что-нибудь, кофе растворимый, какие-то чипсы, закуски, там даже попить что-нибудь. А также в них есть такая услуга, как типа пополнение баланса. То есть вы берете, просите кого-то, значит, перевести на ваш счет деньги, а за это вы платите ему определенную сумму. Как типа помощь другу. Так вот. О, Sea Breeze. Это еще один какой-то отель здесь. Ну вот так вот здесь люди живут. Welcome. Welcome. Вот там какая-то аллея, не знаю, что это такое, джипни, еще что-то там, полицейская машина стоит. Лодка какая-то там вот сбоку. Не знаю, что это такое вообще. Это вот все, выезд уже из этого. Пойдем козлов снимем. Год. To see God. Видишь, это она молоко может давать тоже. Но пока еще молодая. Так, в принципе. О, nice god. Он один год там. Мужик. А, не, они все такие мужики здесь, в принципе. Вот та только была, это самая. Коза. А эти все козлы. Значит, коза, как всегда, одна ушла. Козлы остались в своей компании здесь тусоваться. Ну, так вот бывает. Ну, а это вот въезд или выезд из этого района. Здесь все очень так аккуратно с этой стороны, по крайней мере. Ну, с этой немного грязновато. Ну, конечно, это вам материк, ну, грубо говоря, как этот большой остров, поэтому здесь могут быть такие вот грязные места. В других местах, там где туристические, там Мекки, там такого, скорее всего, вы не найдете. Там бананы растут у людей. Хочешь банан? Банан. Ну. О, козел. Коза. А, это коза, нет, это коза. Коза. Козел. Ну так, в принципе, нормальный вид, чё. Если так сказать, не обращать внимания на мусор. О-о-о, убежал.
курица летающая, кстати. Во-во-во-во. Смотри. Flying chicken. Flying chicken. Летающая курица, я таких ни разу не видел. Смотри, смотри. О, как. Ну-ка. Опа. Вот эти курицы, они летают. Я вообще ни разу такого не видел, чтобы курицы летали. Ну, я имею в виду высоко. Они вообще как бы не летают. Только прыгают так, чтобы на забор залезть. О, а это вот идет кушать. Нет, ты какой-то этот заразный, что ли. Ну, там у него залысина была. Поэтому с такими котами лучше близко не связываться. Не вступать в отношения с такими котами. Вот. Молодежь катается. Живут люди в деревне. О, собака. Это как стабель свиминг. Учится плавать.